Необычное мероприятие по безопасности дорожного движения было накануне организовано для учащихся Кашхамской школы номер 2. Сотрудники ГИБДД совместно со школьниками младших классов при помощи цветных мелков вышли на асфальт, чтобы выразить свое отношение к безопасному поведению на дороге. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Молодцы! Сегодня мы с вами будем рисовать на асфальте цветными мелками знаки дорожного движения. Кто какие знает знаки дорожного движения? Руки скажи, пожалуйста. Автобусная остановка. Молодец. Еще кто скажет? Скажи. Зебра. Молодец. По-другому как зебра? Пешеходник. Молодцы все какие. Давайте приступаем. Да. Шумно и весело детвора взялась за цветные мелки, и уже за несколько минут асфальт покрылся множеством красочных изображений. Ребята рисовали и светофоры, и машины, и забавные человечки, переходящие дорогу по зебре. Каждый вложил в рисунок душу. Ребята показали отличные знания правил дорожного движения, а все остальные еще долго будут наслаждаться яркими рисунками на асфальте, при этом лишний раз задумаются о соблюдении правил дорожного движения. Данное мероприятие проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, привития детям безопасного поведения на улице и установления доверительных отношений между сотрудниками ГИБДД и несовершеннолетними. Следует отметить, что сегодня во всех школах особое внимание уделяется обучению школьников с первого класса правилам дорожного движения. Для этого с детьми проводят разъяснительные беседы и практические занятия с имитацией дорожных знаков. А для закрепления детских знаний проводятся подобные мероприятия.